Компания Toyota представила новый концепт кроссовера FT4X. Судя по характеру презентации, машина предназначена для молодых людей, ведущих активный образ жизни. Дизайн экстерьера и интерьера машины разрабатывался в калифорнийской дизайн-студии Calti. Кажется невероятным, но дизайнерам удалось маленькую машину визуально сделать очень большой. Дело в том, что концепт построен на модульной платформе TNGA с поперечным расположением мотора. Длина кузова концепта составляет всего лишь 4240 мм, а колесной базы 2616 мм, что меньше субкомпактного кроссовера Toyota CHR. О технических характеристиках концепта пока ничего не сообщается, но есть информация, что серийная версия FT4X будет оснащаться 2-литровым бензиновым турбомотором и полноприводной трансмиссией с понижающей передачей. Скромные размеры кроссовера дизайнеры смогли компенсировать рациональным использованием внутреннего пространства, а салон машины оформить в молодежном стиле с невероятным обилием всевозможных игрушек, которые наверняка понравятся молодым покупателям.